Итак, ребята, мы продолжаем. Так я и... Так, смотрю, да, вроде все на месте, все хорошо, да. Те, кто не на месте, он сам, собственно, виноват. Я обещала, что будет второе отделение повеселее, и нужно начать его обязательно вот с этим, с таким вот своевременным стихотворением, которое называется «Френд-зона». Мы не выходим из френд-зоны, мотаем срок за эскапизм. Пересмотрели все сезоны друзей, пересмотрели жизнь и переклеили обои, и перегладили белье, и затираем, что такое вполне уместно бытие, что для печали нет резона, что мы круты, как ни крути. Мы не выходим из френд-зоны, нам просто некуда идти. Следующая песня называется «Песня сильной независимой женщины» или «Я останусь одна». Кто знает, может, спасибо. Мне уже давно на 20, мои года, другие замужем плодятся, а со мной беда. Мне пора остепениться, я почти нашла супруга, но уже пятый раз его уводит подруга. Я останусь одна, на-на-на-на-на-на-на. Заведу 10 кошек, буду лица пьяна. Я останусь одна, на-на-на-на-на-на-на. До свидания, хорошему не надо стонать. Я останусь одна, на-на-на-на-на-на-на. Заведу 10 кошек, буду лица пьяна. Я останусь одна, на-на-на-на-на-на-на. Мне так радость, стена и тишина, тишина, тишина. А я хожу попить с клубом, веду свой блог, люблю готовить и читать. Пою, пишу стихи и азартно слегка. Короче, так, на что точно отыщу мужика. Это ресурс для этого отправить. Я останусь одна, на-на-на-на-на-на. Зари будет цветочек, буду лица пьяна. Я останусь одна, на-на-на-на-на-на-на. До свидания, хорошему, не надо стонать. Я останусь одна, на-на-на-на-на-на-на. Зари будет цветочек, буду лица пьяна. Я останусь одна. Я останусь одна, я останусь одна, на-на-на-на-на-на-на. И пускай пошло все на. Я останусь одна, на-на-на-на-на-на-на. И пускай пошло все на. Я останусь одна, на-на-на-на-на-на-на. И пускай пошло все на. Я останусь одна, одна. Но может быть я тебе нужна. Следующая песня для тех девушек, которые все еще в надежде, ищут своего принца где-то там за горизонтом. Ассоль. Одинокая девочка и ее чудеса растекаются стрелочки на наивных глазах. Что прошло, не считается, не сбылось все равно. Одинокая девочка ночью включит кино. Аллеют паруса, дыхание у нее в глазах. Как туман раскинулась роса, унесет рыдают небеса. И словно все идет не так, и сердце опять замедлит так. И никак не закончится антракт, и стена пуста. Который он, который занавес пустит, набивается на новые мотив. Одинокая девочка, прости, что тебя оставляют. Возьмешь себя в кулак, снова скажешь себе, что все пустяк. Одинокость крепко, как ожог, но все за тебя. Одинокая девочка, не грусти об улом. Это глупо и мелочно, все случится потом. Счастье с каждым случается, горе временно, но одинокая девочка. Позади, и ты возьмешь себя в кулак, снова.
боялся тебя, одинокая девочка. Вот знаете, я читала это стихотворение год назад в Белгороде и, обращая внимание на мужчин в этом году, понимаю, что они серьезно отнеслись к данному стихотворению. Стихотворение, сейчас прочту, вы все поймете. Все чаще я влюбляюсь в бородатых. Ну, минимум с щетинистой щекой. Неважно, лысый он или потлатый, я зарываюсь в ворот рукой. И чувствую, меня несет куда-то. Трепещет сердце, позабыв покой, взгляд тонет в подбородке волосатом. Но он сбривает бороду свою, и я его любить перестаю. В общем, надо сказать, вам идет, товарищи, все, кто отрастил бороду за этот год, это красиво, да. Молодцы, как держать. Я обратила внимание, оценила. Ну и, собственно, да, вот вы поняли одну категорию мужчин, которая мне нравится, а следующая песня, еще одна категория, и если смешать, ну вы сейчас поймете в конце, вот попробуйте смешать и поймете, что это такое, что получится. Песня называется «Я влюбляюсь постоянно в тех, кто ниже меня ростом». О, можно я аплодирую, я почему-то... Никто, чтобы я против, но за генотип боюсь. Тебе нравится Хоффман, Крамер против Крамера. Но в жизни ты находишь экспонаты из кунсткамеры. Любовь зла, да, это правило обидно. Нет, но в паре нуждается даже порнокопытная. Нет, я не об этих страдалец. Ой, еще раз давайте. Не за этих страдалец. Вместо того, чтобы сказать, чтобы вместо того, чтобы спеть не из этих страдальцев, я не об этих страдальцах. Ну, думаю, действительно, да. Хорошая такая оговорка. Мама говорит, не у тебя особый вкус. Не то, чтобы я против, но за генотип боюсь. Тебе нравится Хоффман, Крамер против Крамера. Но в жизни ты находишь экспонаты из кунсткамеры. Любовь зла, да, это правило обидное. Но в паре нуждается даже порнокопытное. Нет, я не из этих страдалец, моя беда похуже. Потому что внутрь я смотрю, а не на то, что снаружи. На меня пленят загоны и большие цели. Ясную ума, внешне же, не так важна на самом деле. Есть, но и следующий факт. Ужасно жестко, часто без этих пунктов обратно пропорционально росту. Я влюбляюсь постоянно в тех, кто ниже меня ростом. Это так непросто. Я влюбляюсь постоянно в тех парней, что по плечу, а не по плечу. Я ночами плачу горячо. Я влюбляюсь постоянно в тех, кто ниже меня ростом. Это так непросто. Я влюбляюсь постоянно в тех парней, что по плечу, но не по плечу. Я ночами плачу горячо. Горячо, ой, горячо, ой, плачу, плачу, горячо. Горячо, ой, горячо, ой, плачу, плачу, горячо, ой, горячо, горячо, плачу. Мне очень хочется избавиться от этого фетиша. Хотя, конечно, крайне много классных типов в данной нише. От Македонского до Пушкина. И Гоголь с ними иже. Кстати, Хоффман меня всего на 3 сантиметра выше. Но это значит позабыть о каблуках. Тебя не носят на руках. Смотреть с любовью свысока. Тебя целуют только стоя на мысках. Только стоя на мысках. Да, минусов здесь много. Непременно, зато обоим одинаково. В толпе не видно сцену, что обойма знаний и желание вырасти морально. Зато он может сесть за смарт, и в нем смотреться идеально. Из плюсов я могу вам перечислить не одну деталь, но... Видать, мне мама слишком часто в детстве повторяла: «Милая, умей довольствоваться малым, и теперь...» Я влюбляюсь постоянно в тех, кто ниже меня ростом. Это так непросто. Я влюбляюсь постоянно в тех парней, что по плечу, но не по плечу. Я ночами плачу горячо. Я влюбляюсь постоянно в тех, кто ниже меня ростом. Это так непросто. Я влюбляюсь постоянно в тех парней, что по плечу, но не по плечу. Я ночами плачу горячо. Горячо, ой, горячо, ой,
плачу, плачу горячо, горячо, о, горячо, о, плачу, плачу горячо, о, горячо, холодно, холодно, горячо, холодно, холодно, горячо, плачу горячо, горячо, чо-чо, горячо, плачу. Так. Вот у меня есть песня, которая является руководством к девушкам, да, вот это про сильно независимых. А есть у меня также песня, которую я считаю таким руководством для мужчин, сильных и независимых, ну или не очень независимых, не знаю. Чаще всего я про эту песню говорю, что эта песня не является рекламой какой-либо продукции. Собственно, песня называется «Доширак». Напик повыше. Все равно, да что к тебе тысячу раз? Но где ж ты, Варвара, чашка чая стоит нетронута, а рядом письмо. Прости, все кончено, мне надоел твой вечный ремонт. Твои долги, сухой паёк и обещания. Прости, прощай, после работы не встречай меня. Мне нужна стабильность, а не твои таланты. Живи один в своем мире на ставку лаборанта. Ну и тема, ушла любовь в кармане, нет ни гроша. В раздрае тело на подсвет, вот кто-то будет душа. Что делать? Оставь её в куне, ищи пистолет. На этот случай у меня есть эффективный совет. Купи доширак, залей кипятком, и не страдай ни о том. Быть может, лапша не столь питательна, но зарплата пойдет обязательно. Купи доширак, а на зачу купила бы, но помни, парни, не плачу. И если лапше много перца, помни, лучше обжечь язык, чем сердце. Кушай доширак, кушай доширак, она плохая, а доширак хороший. Кушай доширак, доширак, кушай. Он спасет от холода и залечит душу. Кушай доширак, кушай доширак, она плохая, а доширак хороший. Кушай доширак, доширак, кушай. Он спасет от холода и залечит душу. У кого-то из дом с квартиры, ну а ты кандидат. Недавно напечатал книгу, о, сам издат. Работа кипит неделю, лишь один выходной. Зато тебя здесь уважается и ценит давно. И каждый знает, что ты парень замечательный. И что бы ты ни делал, всюду лучший показатель. Но ей нужна стабильность, а не твои таланты. Да и ладно, гений не нуждается в подруге. Будет лучше, пускай в кармане нет почти ни гроша. Надежда есть, пока на кухне остывает лапша. Удачи, друг, а если вдруг опять случится беда, исполни мой совет, а лучше и другим передай. Что? Купи доширак, залей кипятком, и не страдай ни о том. Ведь может лапша не столь питательна, но зарплата придет обязательно. Купи доширак, а на сдачу купила бы, но помни, парни, не плачу. Если лапше много перца, помни, лучше обжечь язык, чем сердце. Кушай доширак, кушай доширак, она плохая, а доширак хороший. Кушай доширак, доширак, кушай. Он спасет от холода и залечит душу. Кушай доширак, кушай доширак, она плохая, а доширак хороший. Кушай доширак, доширак, кушай. Он спасет от холода и залечит душу. Мне кажется, компания «Доширак» должна мне платить хотя бы бич-пакетами за это. Интересно. Вы уже подпеваете там вовсю, вот реально. Я еще почувствую, знаете, вот тут идут люди по улице и поют эту песню, короче. Заражая других. Все-таки «Доширак», купи «Доширак». Надо купить. Я, в общем, я жду свою годовую зарплату. Когда-нибудь он придет ко мне.
Ну, а следующая песня посвящается всем тем парням, присутствующим здесь, кто не служил. Если тут кто-то есть такой. Да. Да, вот, кстати, если вдруг есть желание, я смотрю, вот есть люди, которые танцуют на стуле. Если что, вы можете стать танцевать в зале. Я вообще люблю очень, когда танцуют на моих концертах. Однажды я так сказала, и одна девушка, очень смелый человек, вышла вот прям в центр, начала очень странно танцевать. Но я подумала, что ну и ладно, каждый танцует как хочет, в общем-то. Потом мне там подсоединились ребята, конечно, но сначала это было достаточно забавно. Я подумала, блин, зачем я это сказала, но потом подумала, ладно, пускай танцуют. Так что, если вы танцуете так, как эта девушка, ничего страшного, можно. Под Лёши не служил, очень странно, да. Ну, песня называется «Лёши не служил». Он впереди планеты всей, признакомьтесь с ним. У вас не замечательный шанс испытать неповторимый когнитивный диссонанс. Представьте статую размера Виксикселя Баллона с бородой у Шуфутинского и прессом Сталлоне. Лысиные шрамы дополняют внешний вид, но Лёша страшен до тех пор, пока он не заговорит. А до этого вам кажется, что он служил в войсках, что у него повсюду ордена и даже на носках. Но Лёша не числится контрактником, не даже солдатом-срочником, и он не был в горячих точках, но он был в горячих источниках. Лёша не служил, Лёша, Лёша не служил, Лёша, Лёша не служил. Лажа, 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 Лёша не служил, Лёша, Лёша не служил, Лёша, Лёша не служил. Лажа, 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 Лёша. Лёша, за грубой внешностью таится очень крупная душа. Лёша, Лёша, первая с бумажной кучей, но в нём нету мышиша. Лёша, Лёша, смолит, как паровоз суёт, как лошадь. Лёша, Лёша, несмотря на перечисленное, человек хорош, как быть, когда от лысины до пять. Мужской организм собой является целый неприкрытый патриотизм. Такие работают в шахте, трудятся на резном комбинате. Но Лёша не любящих бущих, не солевалых, а только пиратов. Иногда бывает, принимают Лёшу за зэка. И тогда бывает, не пускают Лёшу в аптеку. Иногда бывает, предлагают за ВДВ. И если представляют Лёшу на машине, то на небе оно. Лёша не служил, Лёша, Лёша не служил, Лёша, Лёша не служил. Лажа, 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 Лёша не служил, Лёша, Лёша не служил, Лёша, Лёша не служил. Лажа, 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 Лёша. Лёша, за грубой внешностью таится очень хрупкая душа. Лёша, Лёша, первый бенз, бумажник Гуччи, но в нём нету ни шиша. Лёша, Лёша, смотрит, как паровоз идёт, как лошадь. Лёша, Лёша, несмотря на перечисленное, человек хороший. Кто-то может сказать, не служил ни мужик, и дополнить при этом. Все сражался за нас, не способен гуманитарий, за достоинство поэта, что поздравляю за третьим. Нехорошо, не служившее тело, но Лёша спасает нас от безграмотности, а это достойное дело. И знаете что? Конец у этой песни примечательный. Ведь Лёша не настоящий парень, это образ собирательный. Лёша не служил, Лёва тоже не служил, Лёня тоже не служил. Лажа, 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 Лёша не служил, Серёжа тоже не служил, Лёша тоже не служил. Лажа, 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 Лёша. Лёша, за грубой внешностью таится очень хрупкая душа. Лёша, Лёша, первый бэс в бумажной куче, но в нём нету ни шиша. Лёша, Лёша, смолит, как паровоз идёт, как лошадь. Лёша, Лёша, несмотря на перечисленное, человек хороший. Можно вас попросить вот с первого столика кого-нибудь дать мне красную книжечку, которую, вот, собственно, я и сегодня влезла сюда. Знаете, покупая эту книжку,
вы оказываете мне не только материальную помощь, но и физическую, потому что тащить такие книги с собой из города в город очень тяжело. Вот, и каждый раз, когда меня уже в Ростове ожидает новая партия, я надеюсь, что я к Ростову избавлюсь от всех остальных, чтобы налегке приехать. А, нет, я же в Ростов не врем. Ну ладно, хотя бы чтобы было их не так много. Да, Ростов у меня следующий город, я вспомнила об этом, и так, знаете, с ужасом думаю, господи, там же еще столько же. Типа, как вообще? Ну ладно, я надеюсь, что... Тут еще есть две книги, три, у меня еще одна. Давайте так, поиграем в игру. Вы мне скажете страницу, я прочитаю стихотворение, которое на этой странице. 93. Ты думаешь, что там есть такая страница? Какая-то стрижка. Есть. Ну ты знаешь, что там есть, я знаю, что это стихотворение, блин. Ладно, хорошо, ладно. Просто 93-я страница, она примечательна. Вот все люди, которые покупают этот сборник, им нравится именно эта страница. Ребят, не обессудьте, детей тут нет. Кстати, первый город, в котором нет детей на концерте. Поэтому можно, да, это именно оно. Вот, это стихотворение прочитать. Стихотворение называется «Жопа». И тут привели ребенка, ладно, шучу. «Я рисовала жопу, как могла. Ей подарила два больших крыла, чтобы она витала и срала. И если спросят, как мои дела, я укажу наверх, где нависает большая жопа с крыльями орла. Пусть полная, но в сущности мила тем, что с определенного угла напоминает сердце, и косая летит к ней купидонова стрела». Если что, у меня не все стихотворения такие. У меня есть и приличные, да. Я поняла, спасибо. Да, в этой книге есть разные стихотворения. Следующая песня, вот как подстать песне, стихотворение называется «Не говори ему». Хотя взяли мою кровать, я не устану ждать, когда придет зима, чтоб заморозить, залатать все эти раны, что мне сделала сама. Ты смотришь искоса с упреком, мне уроком будет мой синдром творца. Я подожду еще немного, но прошу и повторяю без конца. Не говори ему, что его имя по ночам светает у меня звук. Не говори ему, что я другими, просто чтобы в боли не утонуть. Не говори ему, что его имя по ночам светает у меня звук. Не говори ему, что я другими, просто чтобы в боли не утонуть. За октябрь стоял на окне каскады, но то мне не дано пробить. Мой голос чайка выше мне, а я сама сейчас заревшая на треть. Горят во мне, горят в огне его слова, черты или лица. Пускай горит, пускай болит, но я прошу и повторяю без конца. Не говори ему, что его имя большая цветает у меня с губ. Не говори ему, что я с другими, просто чтобы в боли не утонуть. Не говори ему, что его имя большая цветает у меня с губ. Не говори ему, что я с другими, просто потому, просто потому. Летает у меня с губ. Не говори ему, что я с другими, просто чтобы в боли не утонуть. Не говори ему, что его имя по ночам светает у меня с губ. Не говори ему, что я с другими, просто чтобы в боли не утонуть. Не говори ему, не говори ему. Не говори ему. К слову, я смотрю, что Белгород — это один чуть ли не первый город, в котором практически никто ничего не снимает на камеры телефонов. Но если вдруг вы снимаете, и
собираетесь это куда-то выкладывать. Если вам не сложно, можете, пожалуйста, написать там хэштеги Екатерина Яшникова, или Яшникова в туре, или Яшникова поет. Я просто по ним посмотрю там места, где я лажаю, или где нет, посмеюсь там, покраснею, порадуюсь. Вот. В общем, просто мне интересно, как это выглядело со стороны, потому что я, понимаете, не могу этого сделать. Вот. Это не значит, что прям нужно сейчас все брать и снимать, нет, это чисто по желанию. Вот. Еще один у меня такой вопрос был. Пока говорила, забыла его. А, да, вот, вспомнила. Есть тут люди, которые на меня, ну, смотрят за мной в Ютубе. Не одного, да? Один человек. Нафиг я веду этот канал? Я не понимаю, вообще, где все эти подписчики? Они что, в Хабаровске, что ли? Да, отлично, я поняла. Хорошо, а ВКонтакте? Да. Вот, понятно, хорошо. А может быть, кто-нибудь Инстаграм еще смотрит? Вот, вот, значит, вот, не зря я промо-акцию запустила, хорошо. Так, ну, окей, ладно, блин, Ютуб меня огорчает как-то вообще. Ну, сейчас как-то пишет. Да, ребята, кто не подписывается на мой канал, давайте сделаем, ставьте лайки, колокольчик, вот это вот все рассказывайте друзьям, спасибо, да, человек уже выучил. Спасибо. Погоди, только сейчас подписываешься в Туле, Петрович? Я не боюсь. Окей, ладно, не настолько, да? YouTube. Кстати говоря, на Ютубе скоро выйдет клип на песню «Я влюбляюсь в тех, кто ниже меня роста». Ну, то есть, как скоро, когда я вернусь из тура, я его выложу. Очень смешной клип, ребят. Отдельно расскажу, если вдруг интересно. Давайте еще раз поиграем. Поиграем. Давайте еще одну страницу. 27 или 18? Сейчас посмотрим, выберу. Ой, нет, 27. Прям ужас, кошмар, безысходность. И тут тоже. Но вот это лучше, она подходит под песню. Называется «Деперсонализация». Меня не существует, нет. Я кем-то созданный портрет. И выглядывая из зеркала, уже не верю, что была. Смеюсь и смех не узнаю. И цель не чувствую свою, и сны как будто не мои, а ночь сознание твои. Но в этой двойственности чувств гораздо больше я боюсь, что посмотрю в себя снаружи и ничего не обнаружу. Следующая песня, да, мы медленно-медленно приближаемся к грустным песням, что называется, веселая часть кончилась. Но еще будут хорошие песни, хорошо, как я говорила с этой, еще будут радостные песни. Песня называется «Брось». Словно краску твой след, глубже, 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 разве меня, как дым сигарет. Ну же, и больше не желать ничего. Ближе, ты просто подтолкни меня, вот я падаю ниже. Прости меня, все так нелепо. Брось.
Играла эту песню в Туле. В Туле, в Туле было, знаете, на концерте очень жарко. Не от того, что фанаты были жаркие, не. Фанаты были сдержанные, как вы примерно. Вот. Ну нет, здесь, конечно, вот Тула, да, Тула, Белгород. Я из разных городов езжу, и вот везде разное аудитория, честно. В Туле было очень тихо. Тихо. Кому-то я в библиотеке выступала. Вот. Но было жутко жарко. Почему? Потому что там еще топили. И окна были сначала открыты, и мы такие сидели, прям в парилочке, в сауне. Потом мы открыли окна, но это не помогло. И вот я играю, и у меня капает пот отовсюду. Брови в поту, вот, подбородок такой в поту. Вот, чувствую, что вот такое ощущение, что я пришла сюда париться, а не играть. Чувствуете разницу, да? Видимо, человек специально пришел, чтобы подышать на концерт. Ну что, следующая песня, когда я выступаю в полном составе. Для некоторых, возможно, покажется неожиданностью, но у меня есть полный состав. Там электрогитара, бас-гитара, барабаны, виолончель, скрипка. И я на укулеле для гитары играю, по-моему, из всех перечисленного. Вот. Я иногда объявляю, что теперь медленный танец, да, мы приглашаем кавалер, да, вот это все красиво получается. Понимаете, что сюда я не смогу привести такое большое количество людей, но, во-первых, мы здесь не уместимся, а во-вторых, это дорого, дико, поэтому мы выступаем только в Москве и еще иногда в Питере. Если вдруг кому-то интересно послушать в полном составе, можете приехать, да. Так, ну что ж, песня называется «Один плюс один» и посвящается на кухонным разговорам. Ой, ну, спасибо. Так быстро теперь мы лежим, дорожим минутами,
если есть нить между нами, то есть и в песне. Наверное, впрочем, тебе известно, что в сущности все лоскуты я и ты. Так давай притворимся, что сшиты вместе. В коридоре погасла лампочка, поменяй, если хочешь, вот тапочки надевай. Чай на кухне стынет, ты проходи, просто так посидим, в небо поглядим. Перегорела лампочка, поменяй, если хочешь, вот тапочки надевай. Чай на кухне стынет, ты проходи и останься среди окон стен гордин. Один плюс один. Один плюс один. Один плюс один. Спасибо. Сейчас, наверное, я произвольно что-нибудь тоже прочитаю для этой песни, но что-нибудь можно. Да. Нам бы вернуться. Что? Нам бы вернуться. Это обязательно. Вы вернетесь. Так. Сейчас чего-нибудь. Вернулся это, ну, как бы на стихотворение, конечно, но сегодня еще будет обычно обязательно. Даже из него. Так. Чего я прям, я не знаю. Не, давайте вот после меня. Эта песня просто достаточно серьезная, она написана недавно, одна из таких вот. Вот. Песня, которая, мне кажется, будет так или иначе знакома творческим личностям и тем людям, которые пытались, ну идти на, вопреки голосу разума, там, вопреки голосу социума, своих родителей, вот это все, идти за мечтой, и ощущали, как все вокруг меняется, и есть какие-то препятствия на пути, но тем не менее они идут дальше. Песня называется «Проведи меня через туман». Туман сквозь эту небо, на меня как белый океан. Упало небо, сходит мина, видно не с ума. Падает в кому, проведи меня через туман. К родному дому, знаешь, кто мы? Мне говорили, надо быть, как все, уйти без зеркал, нет, не остров. А белки в колесе, висеть на телефоны, доске почета, волоске. О чем ты 30, ты должен завести семью, не важно с кем. Не важно, как, а кто не справился. Тут либо под могильной плитой, либо под градусом, радусом. Но только жить не вется, хоть и согласен с тем, что Витя пел про солнце. Я, что бросить все шаблоны с черным парусом. Не то, что Ломоносовым, скорее Нострадамусом. Я шла уверенно, шаг со ступени на ступени, но спустилась пелена, шаг никуда, и цель потеряна. Проведи меня через туман, сквозь эту небо, на меня, как белый океан. Упало небо, сходит мимо, видно не с ума, падает в кому. Проведи меня через туман, к родному дому. Проведи меня через туман, сквозь эту небо, на меня, как белый океан. Упало небо, сходит мимо, видно не с ума, падает в кому. Проведи меня через туман, к родному дому. Проведи. Удавка боли в груди, не тяри, а спутан на пол лабиринта позади. Не посади бы голоса свою мечту, а ухо, где все танцуют локтями. И стала чью-то руку я ежик, в тумане видел белую лошадь. Не надо этого, Лилечка, дорогая, хорошая. Вы говорите в офис, у всех ЦП, а ты нищий. Поймите, песни для меня стали единственной пищей. Эй, не подскажете ли путь от астра? Все ваши тернии, по сути, просто растрыги. В одной решетке вы сидите по клеткам, как углерод себя, черт побери. Звучит крайне метко, да. Шаг во мне почти что равен поту. Но если ты идешь, значит придешь куда-то. До прозрачных рот молочных рек, до берегов кисельных. Иди плевать, что кто-то говорит тебе, спустись с небес на землю. Проведи меня через туман, сквозь эту небо, на меня, как белый океан. Упало небо, сходит ни лавина, ни с ума. Падает дому, проведи меня через туман, к родному дому. Проведи меня через туман, сквозь эту небо, на меня, как белый океан. Упало небо, сходит ни лавина, ни с ума. Падает дому, проведи меня через туман, к родному дому. Проведи меня через туман, сквозь эту небо.
бы на меня, как белый океан. Упало небо, сходит не лавинами с ума, впадает в кому, проведи меня через ума. Спасибо огромное. Ну что ж, давайте страницу какую-нибудь. Перейдем, да. Через ума. 51. Да я тут все мое. Особенное? Ну, особенное будет обязательно перед особенной песней. Опа, 51, да? Да. Оу. Не, давайте другое. 31, Белгород. 35. О, хорошо. Да, подойдет. Одно из самых ранних. Тут, кстати говоря, если говорить о стихотворениях, есть стихотворения как вот совсем ранние, так и те, которые я недавно себе написала. Зачем я это сделала, меня многие спрашивают. Потому что мне интересно смотреть, и мне интересно показать людям, как у меня шло развитие. То есть вот там нет плохих стихотворений. То есть те, за которые мне не стыдно. Вот так я скажу. Да? За это мне не стыдно, оно одно из первых. Называется «Ящерица без хвоста». Мне ничего не надо, я неспроста греюсь на камне ящером без хвоста. Вместо него кровавый блестит кристалл, Бог не сумел меня завершить, устал. Сетовать не на что, я уже свой средь скал, я полюбил полуденный их накал, я засыпаю под солнечных волн накат. Мне совершенно не жаль, что я не хвоста. Вот эта песня как раз, чтобы немножко повеселить вас. Я еще очень люблю своих музыкантов, потому что когда они спрашивают, что мы сейчас играем, я говорю, ничего, они кладут инструменты и уходят. Песня называется «Ничего». Простыни висят на веревке. Кстати говоря, я очень прошу вас, если вдруг вам захочется, просто я так люблю это, я понимаю, что немногие это любят, но я люблю. Если вдруг вам захочется, а вам, наверное, захочется кому-нибудь похлопать, пожалуйста, там вот по ритму, там вот в конце. Все. Я сказала, и теперь я это пою. Так висят. Просто не висят на веревке комнаты, что актовый зал. Мы расстались на остановке, мой маршрут московский вокзал. Странно и ужасно неловко, что рука в руке и глаза в глаза. Но мы расстались на остановке, на прощание ты мне сказал. Мы с тобой взрослые люди, ничего между нами нет и не будет. Простые люди, ничего между нами нет и не будет. Ничего, ничего, ничего. Ничего, 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 ничего. Вспышка света справа и слева, сами рассадит и мотор. Я уже давно королева, много поменялась с тех пор. Телефон звонит на экране, номер познакомый давно-давно. Но долго говорить мы не станем, и я тебе скажу как кино. Мы с тобой простые люди, ничего между нами нет и не будет. Ничего, мы с тобой простые люди, ничего между нами нет и не будет. Ничего, 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 ничего. Не любит нелегкое дело, и оно не все по зубам. Сколько было выпито чая, ты не прав, я не права, не важно. Мы смеемся и повторяем старые мокрые слова. Мы с тобой простые люди, ничего между нами нет и не будет. Ничего, мы с тобой простые люди, ничего между нами нет и не будет. Ничего, 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 ничего.
так смотрю, знаете, ну, вы там такие радостные, хлопаете, танцуете, а на первых рядах такие очень грустные мужчины, все я думаю, боже мой, неужели я прям самое больное ударила сейчас человека? Но я не хотела, ребята, извините, пожалуйста. Улыбнитесь, ничего страшного. Как говорится, если к другому ушла невеста, там неизвестно, кому повезло. Так, ладно. Мы с вами движемся к финалу. Осталось всего каких-то две песни. Я сегодня, когда вспоминала песню «Ничего», там есть вспышки света справа и слева, и тут была... Почему, собственно, мы так долго и начинали? Не знаю, есть ли у вас такие вопросы к этому, нет. В общем, дорогой человек, который нам помогал со светом и с музыкой, кстати, он, на самом деле, звукорежиссер, он с светом вообще не умеет работать, так что спасибо ему огромное, что он здесь есть. Он боролся, ну, вообще спасибо ему большое, потому что... Знаете, это есть такой пэп предусмотрительный, что человек взял запасной микшер, были запасные еще вот, потому что микшер сгорел, это тоже сгорело, все пришлось менять. Вот, в общем, короче, спасибо моему человеку, он спас нас сегодня. Вот. Следующая песня — это совсем новая вещь. Если вы не подписаны на мой телеграм, что? Телеграм уже поздно, да, можно не подписываться. Вот. YouTube-канал, то... Вы, наверное, не слышали, хотя, может, и слышали, я ее в ВКонтакте выкладывала. «Самолет» называется песня. Вот, и она... О, кому-то нравится. Она о наших детских мечтах, наверное, в каком-то плане. В общем, попробую сыграть. Она у меня не получается, но ничего страшного, я ее добью к последнему городу. Так, еще раз. Ты ради этого ехал, блин. Я так и поняла. Все хорошо.
Давным-давно взлетел ты из моей руки, но все равно мы до сих пор с тобой близки. И верю, что когда придет девятый вал, я сяду за штурвал. Прожить стихотворение, которое дало название моей дебютной книге стихотворений. Стихотворение называется «Тепло». Я хочу тебе много сказать, но мешает тепло. Словно в детстве утонешь в дубленке, не видно зимы. Я проснувшийся дом, у меня за окном рассвело слишком много тепла после тьмы. Я хочу тебе много, и если не слух, то в себе, чтобы почки на ветках метро от такого тепла распускались быстрее, чем сплетни. Так искренне бел новый лист слит из глазью стола. Я хочу тебе солнцем в изгибе смеющихся губ донести раскаленный асфальт и песка перелив. Посмотри на меня. Этот мир удивительно глуп. Этот мир невозможно красив. Песню я хочу посвятить каждому из нас, нашему с вами детству и каждому моменту, в который мы с вами хотим вернуться. Песня называется «Вернуться». Рассвет, мне пока нет пяти. Я спешу подрасти, чтобы увидеть буфет и конфетные фольги конфетти. Мама спит по подушке. Вот-вот поползет первый солнечный жук. Я ее не бужу. Вот она улыбнулась во сне. Вот сменил свою тень абажур. У меня есть даже шалаш. Мы с друзьями там спрятали флаг от макушек до пят, обливаясь водой каждый год жарким летом, играя в солдат. Первый выпавший зуб под подушку кладу ночью, перед за ним прилетит, дразнит в детском саду суслик-суслик свисти. Знаешь, мама, я больше туда не пойду. Завтра важный экзамен, папа с велосипеда свинтил. Задний два колеса, мама, я еду сам. Мама, я еду без рук, посмотри, я пытаюсь достать небеса. Хотя бы нам бы вернуться, вернуться.
Мне на даче сорвали огромный букет георгин. Мне купили пенал, тетрадь, я умею читать. А еще умножать на один мне поставили 5. Я счастливый, избегаю с продленки играть во дворе. У меня 8 соток, и все-таки с вот таким зотом я снова пасую в огне. У соседа по парте дракон тамагочи, он снова его воскресил. Дракон хочет есть, хочет спать, дракону опять не хватает игрушечных сил. Повисим на руках. Тот, кто первый сорвется, слабак, то последний атлет, мне уже 10 лет. Если ты за турник, он стержал кулак, сорвутся, я нет. Нам бы вернуться, вернуться на миг хотя бы. Нам бы вернуться, вернуться на миг хотя бы. Нам бы вернуться, вернуться на миг хотя бы. Нам бы вернуться, вернуться. Мне 15, я гелевой ручкой на пальце рисую тату, когда я подрасту. Обязательно стану пиратом в Карибском порту, в институт не пойду. На борту погулять с тобой, что ты имеешь в виду? Мы скользили по льду, целовались в саду, я не помню, в каком мы расстались году, завтра важный экзамен. Мне мама желает удачи, ты так в башмаке, я пошел на реке, куча так на руке, пару раз посмотрел, не был пойман никем, у меня в рюкзаке. Тут билеты, зачетка и вся королевская рать, самый легкий вопрос, я встаю не готовясь, и первый, как Хронос, иду отвечать, мне поставили 5. Я счастливый, сбегаю по лестнице в новую жизнь, молодой агастерок, не изучавший креста и воржи, до небес доросли этажи. Я сменил 3 работы. В залоге машина, мне нечем платить за кредит. Старый друг не звонит, переехал отец к новой женщине. Мама не держит обид, я и сам разведен. Говорят, по статистике люди разводятся чаще. Мостов, что такое любовь. Я забыла, да, видимо, что-то из прошлого, что-то из снов. Помню, что у меня был на даче шалаш. Мы с друзьями там спрятали клад. Вот бы мне механизм, походить временную петлю. Что-нибудь, что вернуться назад, первый выпавший зуб. Ведь на ногу курил, запишусь на неделю к врачу. Мама будет меня говорить, что я громко ночами кому-то кричу, что взрослеть не хочу. Мама спит по подушке, еще не пополз первый солнечный жук. Я тебя не бужу, ты о чем-то вздыхаешь во сне. Поменял свою тень в ажур, мне пока нет 5. Я спешу подрасти, чтобы увидеть, что спрятал буфет. Подожди, за окном еще 5 минут, и начнется рассвет. Нам бы вернуться, огромное, ребят, спасибо за этот вечер. И если вам не сложно, не проблематично, давайте с вами вот, ну, конечно же, можно потом обняться, сфотографироваться, если что, вдруг вот приобрести мерч, еще вы еще это не сделали, и решили, господи, да я после таких песен обязательно открыточку куплю, вот, или что-то еще такое, вот, и если не сложно, я со всеми ребятами в туре фотографируюсь вместе, чтобы вот было видно, что на концерт кто-то пришел, вот, желательно просто вот встать вот здесь вот, в прошлом году как-то мы тоже здесь встали, будет здорово, если вы встанете на то же место, которое мы встали в прошлом году, если вы были, будет прикольно потом посмотреть, сохранить фотографии. Вот, то есть вот буквально на несколько минут можно вот сюда подойти. Нас, наверное, снимут.